Доброе утро, Роман Владимирович. У нас, конечно, Курская область самая красивая. Это река Сейм. Но там есть некоторые проблемы, которые как-то не очень красят это место. Прям по всей реке Сейм, сколько я уже прогулялся, по всему берегу лежит дохлая рыба. Он еще плывет. И еще одна. И еще. Здесь уже они побольше. Ну, вон там. И слишком много еще проплывает. Вот. По-моему, слишком жестко.